примерно 3 часа назад я дежурил на мосту, подметал, и совершено нападение, просто сразу, без разговоров, ударили по очкам, ударили по лицу, очки улетели вообще в цветы, вот, стали бить. Мне пришлось применить газовый баллончик, и я был задержан, я сам вызывал полицию, но они задержали меня, сотрудники полиции, и составили протокол мелкохулиганства. Их тоже забрали, у нас украли чемодан, там 20 портретов Бориса Немцова, в избиении участвовали 2, но когда меня задержали, подошли еще граждане и украли все портреты. Вот, смотрите, портретов нет. Нет портретов. Последнее нападение было 14 июня. Нас оставили в покое. И Егор Мост нас оставил в покое. Все лето, фактически, июль, август, сентябрь, не было нападений. Это просто отморозки, путинские фашисты. Вы понимаете, они ненавидят Бориса Немцова. Они воюют с мертвым Борисом Немцовым. Потому что Борис Немцов, он был против войны с Украиной. Он был за мир, за свободу, против коррупции боролся. Мертвый Немцов для них так же опасен, как и живой Немцов.